Спасибо большое. Присаживайтесь, друзья. Спасибо вам большое, Олег Васильевич, Марина Валентиновна. Спасибо вам большое за вашу любовь, за ваше доверие, за вашу дружбу, прославление. Вы такие классные. Спасибо вам, что вы ведете нас в хвале, и действительно, это здорово. Я как-то слышал здесь, епископ Николай Игоревич сказал, это поющая церковь. Да, и это остается так сегодня, и я верю, и это будет глубже, это будет лучше, это будет, знаете, мощно и выражаться и в следующем поколении еще больше. И мне кажется, что когда церковь поет, когда церковь Бога прославляет, вот такую церковь врата ада никогда не одолеют. Пока ты поешь, о, ты свободный человек, ты благословенный Богом человек. Поэтому продолжай петь всегда, продолжай петь везде. И неважно, есть у тебя слух, и главное, чтобы был дух. А остальное все, знаешь, оно все поправится, потому что на небо, куда мы с вами двигаемся, там идет бесконечное прославление. Поэтому пускай вот эта часть неба уже сегодня наполняет твое сердце. Вы знаете, кто-то живет с той мыслью, что однажды он встретится с Богом. Сегодня здесь такая мирская жизнь, такие плоские всякие дела, желания. А потом ты вдруг встретишь Бога каким-то образом в вечности. Но на самом-то деле ты встречаешь Бога уже здесь. И попадая на небо, твоя вечная жизнь продолжается. Поэтому очень важно тебе сегодня здесь уже соприкоснуться с частичкой этого неба. Небо пусть будет для тебя сегодня реальностью на этой земле. Пусть воля Божья будет как на небе, так и на земле, так и в твоем сердце. Поэтому живи так, чтобы для тебя небо было открытым, и чтобы ты свободно мог входить в присутствие Божье. Вы знаете, это очень важно, прикасаться к присутствию Божьему, потому что это хорошо слово, это хорошее проповеди, служение, но присутствие Божье, оно дает нечто большее в человеку, оно оживляет все у нас внутри, понимаете, оно дает нам на самом деле радость, которая никогда не заканчивается. Это Божье присутствие. Поэтому пусть Бог нам поможет, пусть Господь нас в этом благословит. Друзья, я хочу вам передать огромные приветы из Астраханской церкви. Я благодарю Бога, что Господь дал нам такие дружественные, хорошие, добрые отношения с вашим пастором. И действительно, было несколько попыток, да, порыбачить, но как-то не получилось нам продолжить вот это дело апостолов. Да, но мы продолжаем, знаете, ну, апостолы, они были рыбаки, там многие, да, и апостола Петра. Я так думаю, что мы продолжим с пастором дело апостолов, рыбацкое такое дело, но все-таки, наверное, мы должны и ловить людей. Вот мы поняли, да, что птиц хорошо смотреть, рыбачить хорошо, но наше призвание – это просто ловить людей, да, призывать людей к покаянию – это то, что намного больше всякой рыбалки. Хотя в Астрахани хорошая рыбалка, вы зря так, Олег Васильевич, просто так получалось все. Да, хорошо, друзья, я хотел бы сегодня с вами поговорить на тему, которую верю, что вас благословит. Молюсь об этом, чтобы Дух Святой, он касался наших сердец, потому что наша жизнь, она как-то состоит из каких-то мгновений, да. Забываются большие части жизни, вот остаются в памяти какие-то мгновения, которые ты переживаешь своим сердцем, своей душой. И я хотел бы сегодня с вами поговорить об ответственности. Вы знаете, на самом деле это очень важно понимать, что делает ответственность в жизни человека, как ответственность может повлиять на твою семью, как ответственность может повлиять на твою церковь, как ответственность может повлиять на твою страну, на землю, в которой ты и мы с тобой живем. И на самом деле сегодня как-то больше люди скидывают в себя ответственность. Они думают, что не надо никуда лезть. Просто живи своей жизнью, просто занимайся своими делами, просто делай то, что ты делаешь, и как-нибудь ты вот таким образом проживешь. Но в действительности, когда ты смотришь на свою жизнь, и ты видишь, что твоя жизнь, она очень сильно зависит от той ответственности, которую за тебя однажды кто-то взял.
Однажды кто-то нес за тебя ответственность. Да? И когда мы с вами были детьми, маленькими, и мы приходили в дом, и все было так здорово, все было хорошо, и мы ни о чем не заботились, мы не понимали, из чего вообще жизнь состоит, как вообще все в жизни устроено. Но на самом деле взрослые понимали ту цену ответственности, которую они несут за детей в своем доме. И, наверное, вырастая, мы понимаем, что жизнь состоит из той ответственности, которую за нас несли, и теперь нам нужно взять какую-то меру ответственности. И сегодня смотришь, как многих людей губит безответственность. Они не понимают цену, они не продолжают того, той идеи, которую Бог заложил в человеке, да, нести ответственность, и разрушаются семьи, разрываются поколения, приходит ненависть в семьи, в дома, к близким людям друг другу. Люди начинают ненавидеть. Отцы ненавидят сыновей, сыновья ненавидят своих отцов. Такая огромная проблема в жизни. Почему? Потому что просто люди не хотят нести ответственность. Я хочу с вами вспомнить одного человека на этой земле, который родился в такое трудное время, в очень тяжелое время. Его звали Моисей. Если вы помните, в книге «Бытие» мы читаем, в книге «Исход», я прошу прощения, мы читаем о жизни и рождении этого человека. В очень тяжелое время родители взяли такую ответственность родить сына тогда, когда фараон издал приказ убивать всех сыновей. Я не знаю, они как-то чувствовали, они как-то понимали, они как-то понимали, что нужно все равно что-то делать. Нельзя просто, сложив руки, сидеть, ничего не делая. Иначе прекратится род, прекратится твое наследие, остановится. Нужно нести ответственность. И они родили прекрасного ребенка Моисея. И вы помните, как эта история его рождения, да, она описана в Библии. И написано, что повивальные бабки, которые приходили принимать роды у еврейских женщин, и они настолько боялись Бога, что они не убивали этих детей. Они взяли ответственность абсолютно за чужих детей, своей собственной жизнью. Они понимали цену этой ответственности, но они не могли, наверное, поступить иначе. Они взяли ответственность, и фараон, вызывая их к себе, говорит: как это так? Младенцы, мальчики остаются жить. Что происходит? Повивальные бабки говорят, что как-то так получается. Еврейские женщины очень сильны, мы не успеваем прийти, а они уже рождают детей. И написано: и Бог благословлял домы этих повивальных бабок, этих акушерок. Бог благословлял их за то, что они несли ответственность перед Богом. Знаете, это очень вознаграждается, когда человек берет ответственность в своей жизни. Это вознаграждается Богом 100%, и это всегда. И написано, и когда мама увидела Моисея, что действительно дело очень трудное, и она сделала корзинку, осмолила эту корзинку, да, написано, асфальтом она ее осмолила, она приготовила, и она пустила ее, эту корзиночку со своим сыном по этой реке, и стояла, наверное, смотрела, и плакала, и молилась: Господи, как же будет, что же будет с моим сыночком? И Бог так позаботился, что дочь фараона взяла ответственность за него. Она взяла его в свой дом. Она вырастила этого маленького мальчика. Она дала ему все, что необходимо было для него. Я не знаю, рисковала ли она. Мы не знаем до конца, что там происходило, но она не могла просто остаться в стороне. Она могла бы сказать: ну идет эта корзинка, и пускай она идет мимо меня, я здесь при чем? Она не могла так сделать. Вот это чувство ответственности, я думаю, что человека меняет. Оно его делает глубже, сильнее, мудрее, благословеннее. Аминь? Она взяла эту корзинку. Ну как она пройдет мимо меня?
Знаете, как много вещей проплывает мимо нас. И мы думаем, что все время не время. И это не мое время, и это не мое дело, и это не мое служение, и это не моя ответственность. А все проплывает мимо тебя. Знала ли дочь фараона, кто в этой корзинке лежит? Какой человек великий, национальный герой Израиля, человек, повлияющий на судьбу всей нации, человек, выведший тысячи людей из Египта, давший землю обетованную, и вошли они туда, а он лежал в этой маленькой корзинке, беззащитный, ничего не могущий сделать, просто ждал чью-то ответственность. Дочь фараона взяла его к себе в дом. Она вырастила его, вынянчила его, скормила его, все дала ему необходимое. И однажды написано, однажды Моисей выходит на улицу. И мы читаем с вами такой интересный стих, книга Исход, 2 глава, 13 стих. Исход 2:13. И вышел он на другой день. И вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? Однажды Моисей, уже придя в возраст, как нам пишет послание к евреям, придя в возраст, однажды он выходит на улицу. Все было хорошо в его дворце, там, где он жил, место комфортное, уютное. Там ему дали хорошее образование, написано, он был мудр, разумен в слове и в деле. То есть он ко всему так вот аккуратно относился, он не мог просто как бы быть равнодушным, этот человек. И он выходит на улицу и видит, как кто-то обижает ближнего. Ссорятся люди друг с другом, ругаются. Один обижает другого. Он говорит: что вы делаете, люди? Как вы так живете? Это же невозможно, чтобы вы обижали друг друга. Знаете, когда ты выходишь, и я так думаю, что, наверное, Моисей, он понимал, что нельзя жить равнодушным. Может быть, ему рассказали о своей жизни, о том, как он остался жив на этой земле, как он мог бы умереть уже давным-давно, как он мог бы оставить эту землю, если бы не эти люди, которые о нем позаботились. И он вот имел такое сердце, мне кажется, очень доброе сердце, неравнодушное, как мы говорим, сердце, которое способно брать ответственность. Он говорит: вы не можете так поступать, так не должно быть. Как часто, когда мы смотрим на этот мир, и когда мы свыкаемся с несправедливостью, свыкаемся с теми какими-то вещами, которые окружают нас, и вот то желание, вот это доброе, которое Бог заложил в наше сердце, я верю, что оно есть у каждого из нас, оно, знаете, вот наслаивается на него, вот все эти вещи, происходящие вокруг нас, как люди предают друг друга, как люди бросают друг друга, как люди разводятся, как люди ненавидят, как люди так живут вот такой жизнью, и мы потихонечку становимся такими же. И написано, и Моисей убегает в пустыню. Да, он сделал одну такую ошибку серьезную, наверное, также по своему вот такому неравнодушию. Он убивает одного египтянина, доводит до фараона, и Моисей убегает в пустыню. Он в пустыне. Он не знает, что ему делать. Он не знает, как ему быть, как ему жить дальше, видя все то, что происходит вокруг. И в этой пустыне он встречается с Богом. Он слышит Божий голос, который говорит к нему: кто пойдет? Я хочу что-то сделать на этой земле. Я не знаю, как Бог, знаете, увидел этого человека среди тысячи еврейских людей там, в Египте. Бог увидел этого человека, у которого такое неравнодушное сердце, который имел
Сострадание. Скажи вместе со мной сострадание. Это очень, очень, очень важное чувство, какое-то ощущение в человеке, которое Богом заложено внутри нас. Сострадание, сопереживание. Аминь. Когда человек, да, страдает, но когда ты сострадаешь, это намного глубже. Ты можешь поделиться своим страданием, но когда ты вникаешь в страдания другого человека и начинаешь сострадать, это глубокое божественное качество внутри тебя. Ты можешь переживать, ты можешь за что-то, я не знаю, переживать, но когда ты сопереживаешь с другим человеком, это очень глубокое божественное такое чувство внутри нас. И написано, и Бог проговаривает к Моисею там в пустыне, и Бог общается с ним, и Бог его посылает для того, чтобы он вывел огромный еврейский народ из этого египетского рабства. Бог избирает человека сострадательного, сопереживательного, который реально может изменить все вокруг себя. Это удивительно, мы так хотим порой повлиять. Мы так хотим понять, а как же сила влияния, как же я могу повлиять на свою семью, как я могу повлиять на свою церковь, как я могу повлиять на свою нацию. Ты можешь повлиять, если ты возьмешь ответственность. Ответственность способна изменить происходящее вокруг тебя. Аминь. Она способна это сделать. Конечно, многие живут с таким чувством, я ничего не знаю. Я ничего не знаю, как мы говорим, да, моя хата, она с краю, она не внутри, она не там, не в центре, она с краю. Я ничего не хочу знать. Ты так никогда не сможешь повлиять, ты так никогда не сможешь изменить ничего происходящего вокруг тебя. И Моисей пошел, и Бог начал работать с ним, и Бог сделал, мне кажется, такую огромную работу через этого человека, обыкновенного, простого, не умеющего складно говорить, выражать свои мысли, человека полного страха, недоверия какого-то, да, сомнения, но у него было сопереживание со своим народом. И все этого было достаточно для того, чтобы Бог мог сделать так много через этого человека. Вы знаете, однажды к Иисусу подошли люди и спрашивали у него, а кто мой ближний? Вы помните, подошел молодой человек и спросил у Христа, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Я хочу наследовать вечную жизнь. Я хочу войти в это наследие моих отцов. Я хочу, чтобы моя жизнь изменилась в конце концов. Я хочу как-то преобразить себя так, чтобы на самом деле в моей жизни что-то грандиозное такое, великое произошло. Я этого очень хочу. Иисус говорит, заповеди есть. Посмотри заповеди. Он говорит, я знаю, я исполняю заповеди. Я исполняю все эти заповеди. Да? Как ты читаешь? Какие заповеди? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, и ближнего своего, как самого себя. Луки 10 глава, 29 стих. Этот человек говорит, да, я знаю. Я знаю эти две заповеди, они очень интересные, они очень глубокие. На что этот человек спросил у Иисуса, а кто мой ближний? Кто является моим ближним? Какой человек мой ближний, а кто мой дальний человек тогда, да? Кто, за кого я несу ответственность? И я так думаю, что этот человек, наверное, ожидал, что Христос скажет ему о том, что да, действительно, твой дом, твоя семья являются ближними, твоя жена, твои детки, вот этот ближний, за них ты переживаешь, за них ты несешь ответственность. Но вдруг Христос рассказывает притчу о добром самарянине, вы слышали ее, да? Много раз, как один человек шел дорогой, и напали на него разбойники, и отняли у него все, что было. И написано, той же дорогой шел священник, человек, который исполняет какие-то богослужебные дела, важные, значимые. И он говорит, он идет этой дорогой, священник, и проходит мимо этого человека.
спешит на служение. Он спешит, чтобы что-то для Бога сделать важное, чтобы что-то как-то изменить в жизни. Я спешу, мне некогда. Идет этой же дорогой левит, написано, и он точно так же проходит мимо. Но добрый самарянин, который не мог остаться равнодушным, он смотрит на этого человека и начинает вот брать за него ответственность. Он ему не просто, знаете, добрые слова сказал, а он взял за него ответственность. Вы слышите меня, друзья? Он взял за него ответственность. Он омыл раны, привез его в гостиницу, сделал все, знаете, вот просто от души, от всех. Хотя этот человек, он не был израильтянином, евреем, таким вот по наследию, такого, как должно бы быть. Да, этот человек, он не являлся таким наследником вот всего того, что происходило там в Израиле. Если кто-то был в Израиле, вы видите, наверное, как иудеи даже до сих пор, они с язычниками очень-очень далеки. Они даже не могут в глаза человеку так вот посмотреть открыто, прямо, потому что боятся, что этот мир языческий осквернит их. И Христос говорит, что вот ближний тот человек, кто нуждается в твоей помощи. Ближний не тот человек, который рядом с тобой сейчас даже сидит. Ближний тот, который нуждается. То есть ты можешь повлиять, если ты возьмешь ответственность за нужду другого человека. Аминь. Луки, 16 глава, 12 стих. Христос, интересные здесь слова также говорит нам. Луки 16, 12. «И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Если вы в чужом не были верны, кто вам даст ваше? Вот я когда читаю эти слова и думаю, Господи, сколько чужого в нашей жизни. Вот, наверное, до тех пор, пока это чужое не станет твоим, не изменится ничего в жизни. Вот до тех пор, пока церковь будет чужой для тебя, не твоей церковью, ты никогда не увидишь себя. Ты не поймешь глубины себя, как человека Божьего, как служителя Божьего. До тех пор, пока дети вокруг все чужие для тебя. Крымяне не мои, они чужие. Я этого не касаюсь. Сколько в жизни нашего мы определили для себя как чужое? Мое только вот мое, мой островочек, это мое, все. Остальное все чужое. А Христос говорит, если ты в чужом не был верен, кто даст тебе твое? Как ты вообще определил твое? Если вокруг тебя все чужое, чуждое. Чужое служение, чужая церковь, чужая для тебя, я не знаю, дети, все для тебя чуждое, чужое. Я хочу сказать тебе сегодня, пускай будет меньше чужого в твоей жизни. Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы люди относились к тебе. А когда ты относишься к людям как к чужим, оно не меняется ничего. Ты не можешь измениться. И твое понимание твоего наследия, благословения, оно все сужается и сужается. И люди, замыкаясь и в старости, остаются одинокими, потому что у них все было в жизни чужое. А если бы по-другому относиться к происходящему вокруг нас? Мы говорим, чужого горя не бывает. Хорошо мы декларируем эти слова, правда? Не бывает чужого горя. А если больше будет нашего, если будет нашего сопереживания, это очень важно. В книге «Бытие» мы читаем одну историю, как два брата поссорились. Каин и Авель, два первых человека на земле практически, да? Такая гражданская война в семье произошла. Один возревновал
другой не знал, что делать. И написано, и Каин убивает Авеля, брата своего. И Бог приходит к нему. Интересно задает вопрос, книга Бытие, 4 глава, 9 стих. Бог задает вопрос. Каин, а где Авель, брат твой? Где, я не знаю. Разве я сторож моему брату? Ответил он. Я думаю, наверное, в этих словах, которые ответил Каин Богу, наверное, заключалось вот это вот его понимание. Да? Каин прекрасно понимал, что они должны быть вместе, что они несут ответственность друг за друга, что происходящее с ближним тоже тебя касается. Но Каин выдвинул абсолютно другую теорию жизни на земле. И мы говорим сегодня это слово, и ходит человек как неприкаянный. Не может найти места на этой земле. Может, не может найти своего. Потому что у него вокруг все чужое. Вы слышите меня, друзья? И ходит он, как неприкаянный. И Каин не мог найти себе места на этой земле. И первый город, который был построен на этой земле, был построен Каином. Город. Ограждение. Одиночество. Внутри. А вокруг стены. Чтобы никто тебя не доставал. Чтобы никто тебя не трогал, чтобы никто не входил в твой мир, в твою жизнь, никто меня не трогает. И первый город, никто города не строил. Все всегда было открыто и понятно и доступно. Могли прийти, попросить помощи, поддержки, но был человек, который взял и город на земле построил. Я заметил, что люди отличаются по своей культуре, по своему менталитету, городские люди и сельские люди. Вы замечаете, да? Городской человек, он другой. Он более такой, знаете, обособленный человек городской. Я вообще сам в селе родился, вырос в селе. Сельские люди абсолютно другие. Они открытые, они прозрачные, они такие простые, как мы говорим, да? Пошли помощи, здесь попросили, свадьба всем селом. Похороны тоже, понимаете, все, кто что купил, знают, да, кто что продал, все переживает, все страх, конечно, всякое бывает, но принцип общины, он там придерживался. Долгое время это село, это не город, это не стены, это не Каин. А жизнь Каина, такая городская жизнь, когда человек, вот иногда люди из села хотят в город, просто потому, чтобы их никто не трогал. Вы слышите? Чтобы их никто не видел. Это моя жизнь. Никто в нее не имеет права вообще, как мы говорим, власть входить, да? Городская жизнь. Родоначальником городов на этой земле был Каин, и он так и остался неприкаянным. Я верю, что церковь, даже это вы в городе живете, прекрасный город Сочи и Астрахань, другие города, но я верю, что церковь – это место, как община. Аминь? Вот такое место, как вот сельское место такое, да, сельским менталитетом. Сельским не в понимании такой вот простоты, бедноты, а сельским в понимании друг друга поддержать. Понимание друг друга укрепить. Вы знаете, как многие студенты, приезжая в город из сел, из деревень, там в городе теряются. Они не знают, как им быть, что им делать, как им жить. Потому что они привыкли по-другому жить. И думаешь, а как это важно, чтобы церковь оставалась тем открытым местом, где бы эти студенты могли найти вот настоящую человеческую поддержку. Это церковь. Аминь. Книга Бытие, 18 глава, 23 стих. Мы откроем с вами. Интересное место. Бытие 18, 23. Мы читаем с вами. Мы читаем с вами за Авраама. Человек, которого Бог призвал. Который тоже нес какую-то такую очень большую ответственность в своей жизни. Я думаю, что если бы Авраам не вышел
из этого Ура Халдейского, если бы он не пошел дальше, если бы он не взял на себя вот эту ответственность от Бога, данную ему, я не знаю, как бы дальше вообще происходило формирование, да, вот этой нации и так далее. Конечно, у Бога, может быть, был бы какой-то другой план, но я благодарю Бога за тех людей в Библии, которые не побоялись взять ответственность. Если даже мы на Руф посмотрим, благословенная, вот такая Богом девушка, которая осталась в таком, да, возрасте одна, в молодом достаточно, и мужа нет. Но она не могла оставить Наимень. Вот что-то ей внутри подсказывало, ну нельзя ее бросать одну. Я не знаю, знала ли она, как она будет вознаграждена или нет. Мне кажется, она ничего не понимала, что она даже делает. Она просто не могла поступить иначе, по-другому. Она оставила свою культуру, Руфь, свою землю привычную, свое удобное, насиженное место. Она все оставила и пошла с Наименью, со своей свекровью, в землю своего мужа, в землю, о которой она ничего не знает абсолютно. Но Бог ее так вознаградил за ее верность, за ее порядочность. Аминь. А мы читаем с вами книгу Бытие, 18 глава, 23 стих, такую историю, когда Бог пришел к Аврааму и сказал ему интересные слова. Говорит, разве я утаю от Авраама, что я хочу сделать? Точно не утаю от Авраама. С Авраамом можно поделиться. Я так думаю, Боже, ты не утаил. Ты утаил это от многих людей там живущих. Там же не только Авраам был. Ты утаил от многих людей, то есть скрыл, не открыл им. По какой причине ты не утаил именно от Авраама? По какой причине ты разговаривал с Авраамом? Просто ли так ты с ним говорил? И когда Бог сказал о своих планах, когда Авраам услышал Божий голос, это привело Авраама в молитву. Вот иногда встречаешь людей в церкви, которые говорят, я слышу Бога, которые говорят, я знаю Бога, которые говорят, я переживаю Бога. А у меня вот такой вопрос к вам, друзья. Я уже почти 30 лет верующий человек, да? Я большую часть своей жизни уже в церкви, да, я понимаю, что когда ты слышишь Бога, как это слышал Моисей или Авраам, это возлагает на тебя огромную ответственность. Это не просто я слышал Бога, это очень глубоко. Когда Авраам услышал Бога, и он сказал ему, утаю ли я или нет, не утаю от Авраама. И написано, и когда Авраам узнал, что Бог хочет сделать. Погубить Содом, а там его родственник, родной человек, дорогой ему сердцу человек. Написано, и стал Авраам молиться Богу. Аллилуйя, друзья! Это то, что Бог желал видеть в жизни Авраама. Это он понимал, что он говорит не просто с человеком, который может услышать его голос и уйти. Он говорит с человеком, который может что-то повлиять как-то на этой земле. И написано, и когда Авраам услышал Бога, это привело его к молитве. Он начал молиться и говорит, Господи, а если там найдется 50 праведников? Неужели ты погубишь весь город? И Господь с ним разговаривает. Но если найдется 50, нет. Господи, если там найдется, ну, там дальше идет 30 праведников, неужели ты погубишь этот город? Нет. А если там найдется 10 праведников, Господи? Представляете, какое бремя ответственности возлегло на Авраама, когда он слышал Божий голос. И он мог изменить мир, мог изменить жизнь своих родных, своих близких, своих друзей. Я хочу тебе сказать сегодня, дорогой брат, дорогая сестра, бери ответственность, ты сможешь повлиять. Аминь. Даже самая трудная ситуация. Если ты, может быть, видишь, что в твоей семье самая тяжелая ситуация, трудная, невыносимая,
возьми ответственность. Возьми бремя молитвы, как минимум, да? Возьми бремя своих переживаний, молений перед Богом. Ты сможешь повлиять. Ты сможешь изменить. Не оставайся в стороне. Не убегай от ответственности. Если ты отец, у тебя есть дети, сыновья твои, дочери твои, неси ответственность за свой дом, за свою семью. Если ты христианин, ты в церкви Божьей, член церкви, и с тобой разговаривает лично Бог, твоя жизнь должна быть настолько глубокой, настолько сопереживательной и сострадательной, что это очень способно изменить эту церковь, сделать ее лучше, глубже, сильнее, благословение. Аминь. Давайте мы с вами поднимемся для молитвы. Я хочу помолиться вместе с тобой. Если ты на самом деле неравнодушен, может быть, ты продолжаешь жить в этом дворце фараона, и тебе все комфортно, тебе все уютно, ты боишься рисковать. Ты видишь какие-то вещи, но ты видишь их за окном. Ты видишь происходящее вокруг тебя, и ты думаешь, что тебя это не касается. А я хочу, чтобы ты вышел. Вы слышите меня? А я хочу, чтобы ты вышел. Так, как это сделал Христос. Написано, оставил славу небес. И пришел на эту землю, потому что он увидел тебя. Он понимал, что там, с небес, тебя невозможно спасти. Нужно прийти на эту землю. Нужно взять ответственность за сотни и тысячи людей. Кто-то однажды сказал, что моя жизнь была похожа на человека, который лежал в глубокой яме и не мог оттуда выбраться. И там наверху ходили люди и говорили, тебе нужно это делать, тебе нужно так молиться, тебе нужно так сделать. И ничего не помогало мне. Однажды в один из дней кто-то спустился ко мне. Кто-то спустился в мою глубокую яму, протянул ко мне руку и сказал, пойдем за мной. И это был Христос. Вот то, что Он сделал в нашей жизни. Ты тоже можешь сегодня дать свою руку кому-то. Ты сегодня можешь кого-то поддержать. Я молюсь, чтобы меньше было чужого в твоей жизни. Чтобы больше было твоего. Чтобы этот мир стал твоим на самом деле. И ты увидел, как этот мир меняется. Аллилуйя! Всемогущий Господь, я прихожу к Тебе в молитве. Я благословляю Тебя в этом чудном собрании. Я молюсь Тебе за эту церковь, за моих братьев, за моих сестер во Христе. Я молюсь, чтобы Ты благословил эту церковь, чтобы Ты поддержал каждого, Господь. Боже, нитка втрое скрученная не скоро порвется. Так Слово Твое говорит, и это правда. И я молюсь, чтобы эта церковь, она показала единство, взаимопонимание, любовь настоящую, к ближнему любовь, Господь. Я молюсь, чтобы Ты благословил, чтобы никто не был одинок в этой церкви, никто не был оставлен или покинут, Господь. Чтобы эта церковь была мощным орудием в руках Божьих, аллилуйя. Чтобы эти люди в церкви, Господь, они смогли повлиять на сотни, тысячи людей на этой земле. И не только в Краснодаре, в Краснодарском крае, но и дальше. Во имя Иисуса я молюсь, Господь, чтобы любовь этих людей возрастала все глубже и глубже. Я молюсь, Господь, чтобы мы не были этими неприкаянными людьми. Я молюсь, Господь, чтобы мы были открытыми, понятными и доступными. Я молюсь, Господь, чтобы эта церковь была без стен. Я молюсь, Господь, чтобы в этой церкви, Господь, Твое имя было прославлено, имя великого Бога и чудного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аллилуйя.
Александр Александрович, спасибо большое за такое глубокое слово, но ты оставил вызов, очень серьезный вызов, бросил каждому из нас этим словом. И я думаю, что мы все слышали это слово, и кто-то сказал: у меня есть ответственность перед своей семьей, у меня есть дети, у меня есть муж или у меня есть жена, я ответственен, я заправляю постель каждое утро, выношу мусор, кормлю кота, я, может быть, даже с собакой гуляю. Это все твое и для тебя. Но Иисус однажды оставил свою семью, когда спустился на эту землю. Но семья не оставила его. Это все хорошо. Но здесь говорилось немножко о другой ответственности.